Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Алекс и Барси, и по-прежнему с вами ваш Алекс. И сегодня я вам расскажу историю про один заброшенный отель в районе Кемера. Кемер с его длинными пляжами, сосновыми лесами, прибрежными горами и живописными морскими бухтами давно превратился в олицетворение спокойного и беззаботного отдыха по системе «Все включено». Кажется, что здесь не встретить ничего неожиданного, и тем острее чувство туристов, которые натыкаются на заброшенный отель в Чамьювье, на окраине поселка. Огромные территории, тянущиеся от моря в горы, частично заросшие, множество непонятных построек, огромные фигуры каких-то жутковатых животных, лестницы, мосты, неработающий фуникулер и номера, которые как будто только что покинули постояльцы. Все это заброшенный отель в Чамьювье. Тут потолок, похоже, рухнул. Там вон один человек валяется, тоже без сознания, с тарелкой. Оба, а тут друг Кинг-Конга в пещере сидит. Дальше вообще страшно, не ходите.
Вот куда надо экскурсии проводить. Да? Куда посмотреть? Где Кинг-Конг-то? Мы видим там горилла. Ё-моё. О, добрались до головы жирафа. Вот он где. Не, вообще интересный отель был когда-то. Там вон и птичка сидит в гнезде в своем. Размером с поросенка. Тут он, обезьяны. Hello! А дальше тут... Ее убили древние люди эти. Папуасы это. Да. Там тоже кто-нибудь был, уже нет. Я бы вот, если бы зажила кого-нибудь домой, бы притащила тоже. Да? А вон номера там. Вот, наверное, этот отель дорого стоит. Стоил. Вот никто не ездил, он и разорился. Да, отель вообще. Ой, Леша, твои. Да-да. Пальма растет прямо внутри отеля. Вот. Сейчас будет, друзья, опасный номер. Я. Ты опасный номер. Со львом. Я ему засунул руку в пасть. Хороший, хороший, братан. Thank you.
Еще говорят, из этого отеля есть выход к морю, а? Прямо. Давайте посмотрим. Пойдемте. К сожалению, вагонетки разрушены. И мы не сможем подняться туда. И это все территория отеля, да? Да. Фига он большой. Здоровый какой отелище. Вот такой проход над дорогой тут. Было классно к морю идти быстро и удобно. Какой был хороший отель, да? Хороший отель. Вот туковое дерево-то, нет? Вон их сколько. Собирай, да выжимай. Ого. Тут прямо море отсюда видно. Так, друзья, идем. Ускоряем шаг. О, какой вид классный. Какой замечательный. Я тут! Эх ты, а там вообще даже кит вон. Кит из камня сделан. Надо же, какая красота. И жалко, что это все заброшено. Все заброшено. Хотя могли бы это сделать просто экскурсию. Экскурсию просто. Все бы тут хотя бы просто прибраться, марафетик навести, даже не восстанавливая. А просто вот по этому отелю можно проводить экскурсии. И то будет интересно. Рассказывать там его историю. Надо же, как классно сделано. А это вообще был бассейн, похоже. Да. Это был бассейн с горками водяными. Маленькими. Ух, классно. Сейчас на самую крайнюю точку выйдем. Тут нас встречают осьминоги. Осьминоги встречают. Вот они. Разбитые маленько, разрушенные. Вот этот целый осьминог остался. Осьминожка. О, вот мы и вышли. Вот мы и вышли на берег моря. Прямо на берег моря, друзья. Красота. Даже причал разобрали. Вон, видно, одни сваи железные. А там справа классный отель. Только почему-то там одни немцы. Русских даже туда не пускают отдыхать. У скалы. Красота? Да, жалко. Отель-то, да? Да.
Классный был. Наверное, сильные цены были дорогие, из-за этого и разорился. Фотосессия.